Проголосуете ли вы за партию власти или за оппозицию? Я бы предпочел голосовать за оппозицию, поскольку партия власти уже надоела и ничего не изменится. Но мне нравится та партия, где Ирина Хакамада. И вообще не пойду, наверное, на выборы. За партию власти. Почему за нее? Россию. Потому что ей доверяет Путин, это партия Путина, вот, а я горжусь нашим президентом и уважаю его. Я думаю, что туда вообще не пойду. Почему не пойдете? Я не верю в эти выборы. Да, я считаю, что все подтасуют. Навряд ли за партию власти. Насчет оппозиции, подумаю, за кого еще. Ну, конечно, примерно определился, но точно не могу сказать еще. Для меня партия власти столько сделала. Если я купила за 20 тысяч ортопедическую обувь, это мне дали, все для меня делают. Ну, какой я оппозиции? Я поняла, что что-то хорошо, что-то плохо. Но то, что делают нам, партия, ничего не могу сказать. Я еще не решила для себя, за кого я буду голосовать. Я буду на лица смотреть. Нет, за оппозицию. Ну, наверное, за Парнас, скорее всего. Ну, мне нравится их программы, мне нравятся их заявления, мне нравится то, за что они борются. А они борются за многовластие. Потому что сегодня мне кажется, что власть принадлежит одному человеку, а это порочно, это плохо, это развращает. Поэтому я, например, мне нравится кандидат Мальцев. Смотря что считать оппозицией, не очень понятно, какая партия способна действительно представлять интересы оппозиционной аудитории, скажем так. Под Путина. Ну, знаете, сейчас оппозицию. Я это не буду говорить. Проголосую, как к тому моменту захочу. Я пока не решила вообще, за кого я буду голосовать. Думаю.